Ну что, наши миньончики тут развлекаются, у них танцы буги-уги. Они там общаются как-то странно. О боже ж ты мой, какие они все-таки дикие. О, вы посмотрите, они разговаривают про мозги. Блин, они так разговаривают, как будто это реально миньоны. Блин, вот они крутые. Все, поговорили? Ладно. Так, чтобы начать охоту или сбор фруктов, выберите существо и щелкните правой кнопкой мыши на диком животном или плодовом дереве. Ну, давайте попробуем собрать. Опачки, нифига себе, они что, биться начали? Один друг... Оу, нифига себе! Ой, блин! Я не могу с них только ржать можно, вот серьезно. Ладно, миньоны. Пойдемте собирать фрукты. Давайте нашего вождя возьмем. Попробуй собрать вот фруктики. И ты тоже фруктики. Давайте, вперед. Нифига себе, как ты фрукты собираешь. Мощно. О, еще одни миньончики, смотрите. Это, короче, которых я делал. Так, смотрите-ка, он какую кучу набрал фруктиков, потащил. Ребята, молодцы, давайте, давайте. Ага, наши миньончики уже тащат еду на базу. Так, куда ты понес? По-моему, ты перебежал базу. Вот сюда, на алтарь надо класть. Опачки, опачки, вы посмотрите, они на алтарь еду складывают. Это как будто тут подношение богу какому-то, я не знаю. Фруктики так появляются здесь. Ну, а пока собирают наши фрукты миньончики, мы можем здесь сделать еще одного детеныша. Это стоит 10 единиц пищи. То есть мы можем себе это позволить. Давайте расширим. Опачки, яичко выкатилось. Хлыбыщ, маленький миньончик появился. Давай расти, расти. Ты будешь расти, нет? Элан детеныш. Ладно, походу он пока еще в яслях. Значит, мы его не трогаем. Ребята, предлагаю отправиться на охоту. Так, где вы у нас? Ага. Опачки, что происходит? Это же... Не понял. Это же в прошлом мое существо. На планете появилось враждебное племя Ципангер. Подождите, это же в прошлом я. Как бы они восстали против меня? Вот этот поворот. Вождь племени, вождь — это глава племени. Сражаться племя может и без вождя, а вот мирного общения с другими племенами без него не получится. Вождь также отвечает за активацию приобретенных навыков. Чтобы воспользоваться приобретенными навыками, сначала выберите вождя, а затем щелкните на нужном навыке. Ага. То есть вот эти навыки, да, летающая рыба и фейерверк. Прикольно. Так, ребят. Ага, давайте, доносите свою пищу. Нифига себе, там малец летает. О, утомился, поспать прилег. Никогда не видел миньона-малыша. По-моему, он типа летает. Нифига себе, ты как носишься. Воу-воу-воу. Мы только что с вами пронаблюдали, как вырос маленький миньон. Теперь он боец. Так, давайте вот этих двух возьмем и отправим на охоту. Вот еще одни миньоны. Ну, на миньонов нападать, я думаю, что не стоит. Так как это все-таки наши ближайшие сородичи. Давайте все-таки попробуем с нашими ближайшими сородичами задружиться. Пойдемте пообщаемся. Дежавю. Встретьте свое творение в другой игре. Ха, во. Так. Достижение получили. Давай дружить, я тебя сейчас кость кину. Так. Миньоны разговаривают с другими миньонами. Что он делает? Так. Кажется, мы задружились. Встреча с чужаками. Прошла успешно. Приручен представитель. Круто. А что за музыка играет такая странная? Так, а куда он его ведет? Слушайте, он как будто в рабстве. Он куда его ведет? Я понять не могу. Так. К
Кажется, он привел его стирать. Здесь, смотрите. Куча воды, ведер. По-моему, здесь прачечная у нас. Так, у нас есть один чувак в прачечной, который работает. Он там еще потанцовывает. Так, пойдем-ка сюда. Пойдем задружимся вот с этими. И знаете чего? Я хочу сейчас вот пустить вот эту вот. Летающая рыба. Я очень хочу посмотреть, что это такое. Летающая рыба? Давай. Ну-ка. Он достал дудку. Играет дудкой. И что? Ну, я увидел, что появились вон те чуваки. Воу-воу-воу, посмотрите, кто вылез. Нифига себе. Опачки. Смотрите, сколько рыбы. Нифига ж себе. Так, подлетел тут господин Ананасис. Ну и имечко. Так, надо собрать эту всю рыбу. Короче, летающая рыба это... Из-под воды вылазит вот этот вот чучундра здоровый. То есть, ну, лохнесское чудовище будем его называть. Он прыгает, и вот эта вот волна, которая поднимается, она выкидывает рыбу на сушу, и мы ее собираем. Вот. В общем, это, короче, нужно для того, чтобы собрать рыбу, если мы голодаем. Так, вождь принес рыбу. Вы посмотрите, у нас здесь рыба, у нас тут фрукты, прям пиршество какое-то. Так, а где у нас чудики, которые... А это так и будет, да, тут стоять? Ну, понятно, ладно, стой. Ух ты ж, нифига себе, ты чё тут? Один миньон, походу, переколошмарил вот этих вот львов. Анасисов, а это... Анасисов, короче, он перевалил тут. Хотя команду я не давал. Вы посмотрите! Короче, это бегает, здесь оказывается вот этот вот чувак. Это мое творение в прошлом. И валит вот этих вот... Анасисов. Короче, ясно, надо с ними задружиться, потому что это мое творение. Надо с ними задружиться, вожак. Пойдем вначале задружимся вот с этими. Так, я только сейчас обратил внимание, что он тащит огромную кость к ним. Сейчас, походу, он задарит кость. Держи, держи кость. Так, кинул кость, кушай. Ты будешь ее кушать, нет? Как будто собаку покормил. Серьезно. Так. Взяли в рабство еще одного. Приручили, так сказать. Давай, пошел, пошел. К нам на склад. В прачечную работать. Еще такая музыка, блин, как будто гимн играет. Левый, правый. Левый, правый. Забавно. Так, неужели он его реально в прачечную сейчас загонит? Прикиньте. Вот этот прикол. Так. Чё они тут воюют-то с этими... Анасисами? Ладно, пойдемте к ним на базу. Вождь. Я надеюсь, что они моего вождя там не закумарят. Их база находится... где-то вот здесь. Во, вот они, смотрите. Вот они. Вот она у них база. Пойдемте попробуем их удивить. Чё они там накидали? Ого, у них там, смотрите, мясо, яичница. Фрукты, рыба. А где вы яичницу достали? У кого яйца сперли? Походу, эти колобки... мне кажется, что это их яйца. Так, вождь, давай устроим им фейерверк. Здорово, ребят. Здорово, здорово. Фейерверк, ловите. Воу! Круто, да? Миньон так смеется просто злобно. Мы друзья, да, с тобой закарифанились. Так, инструмент позволяет отвечать на коллективные просьбы. А как отвечать? Они, по-моему, на дудке хотят играть. Что происходит вообще? Я предполагаю, что мне сюда нужно прийти с большим количеством моих людей. Потому что у них было численное преимущество. Сейчас мы это дело поправим. Опачки! Один миньончик сидит без работы. У костерка греется. А ну-ка, пойдем-ка. Добывай мясцо. Давай вот с этими воевать. Вон, иди собирай мясцо. Вот тут уже лежало тело. Так что давай. Нам мясо надо.
А вот, кстати, яйца, смотрите. Вот они, яйца-то откуда. Так, ты у нас пойдешь собирать яйца. Интересно, я смогу украсть у него яйцо? Ой, он присел на него. Там два яйца. Как ты это сделаешь, мне интересно. Текс. Тихо, аккуратненько. Он их, по-моему, бьет. Что ты там делаешь? Опачки! Яишенка! Здорово. Но мы рассердили анасисов. Ну, анасисы, они, в принципе, животные, как бы, они не человекоподобные, но хотя с ними задружиться тоже было бы неплохо. Ладно, всего одно яйцо у них стащили. О-во-во, вы посмотрите на карте. Так, кажется, мне племя какое-то преподнесло дар. Щелкните на подарок, чтобы принять его. Так, а где подарок? Подарок. Где подарок? Я не вижу подарок. А, вот они, смотрите, они подарок внизу. Спасибо, дружище. Давайте, кладите подарок. Я заберу его. Еее, наш первый подарок. Спасибо, спасибо. Тамада. Так. Еще такой бантик пришпандорили. Круто. Ну-ка, закидывай. Ну закидывай уже на алтарь. Вы только посмотрите на мини-карту. Сколько племен уже развелось. Здесь вот есть еще одно племя. И у них, кстати, смотрите, какие инструменты есть. Нифига себе. Надо бы нам тоже не отставать. Сейчас мы тоже какие-нибудь инструментики сделаем. Ё-моё. Так, а здесь у нас что за поселение? Розовые миньоны с копьями. Ва-а-а. Кажется, нужно нам построить тоже... нашу оружейку. Заходим в нашу лачугу. И видим, здесь у нас музыкальные инструменты, а здесь у нас оружейка. Ну, давайте оружейку вот сюда поставим. Так, вот это что у нас? Поворачивать можно. Ну, значит, вот так вот она будет стоять. А здесь у нас музыкальные инструменты. О! Огонь! Давайте-ка, ребята, берите инструменты, берите оружие. Смотрите-ка, я пытаюсь вождя отправить за дудкой. А он мне такой говорит... Не, нифига, я дудеть не буду. У меня есть посох, я вождь. Пускай этим занимается кто-нибудь другой. Эй, чуваки, хорош драться. Так, идите сюда. Берите дудки. Берите дудки. О, красавцы. Теперь у нас есть дудки. Хватаем этих чуваков. И пойдемте додружимся с нашими вот этими чуваками, которые подарок нам принесли. Потому что союзники неплохие. Так, кто-то, смотрите, здесь тоже идет. Вот, кто-то к нам тут идет. Но они, по крайней мере, нейтральные. Эй, чуваки, здорово! Давайте подудим. Доставайте свои дудки. Вот она, дудочка появилась наконец-то. Сейчас заиграем. Ох, какой здесь батл инструментальный, музыкальный. 5 баллов нам дали. Короче, не осилили мы пока что. Замечены дикие животные, пищевые припасы в опасности. Так, где у нас там дикие животные? Почему у нас здесь никто не охраняет? Так, иди сюда. Иди сюда. Бери копье. Бери копье. И нам нужно сделать еще одного мелкого. Благо, запас нам это позволяет. И еще одного. На помощь, детеныш в опасности. Вы посмотрите, реально на детеныша напала какая-то, я не знаю, гусеница. А ну иди сюда, разберись с ней. Атаковать. Вот так, кидай в нее копья, блин. Блин, кажется. Ну чего ты стоишь? А, куда ты побежал вообще? Что происходит, ё-моё. Нашего бойца оглушили. Но вроде все. Прошло, все хорошо. А этот напуган носится вообще по всей карте. Фух, ну слава богу отбили. Я думал, что моего детеныша сейчас съедят. Это было бы вообще не огонь. Это коровы? Вы посмотрите, какие здесь коровы. Офигеть. Ну а мы возвращаемся к нашему инструментальному батлу. Так, давайте забатлим еще разок. Давайте, давайте. Батл.
Еее! 10 из 10! Обалденно! Давайте попробуем запустить здесь еще фейерверк. Может, это произведет на них впечатление, и они станут нам больше, чем просто знакомы. Фейерверк. Не, по-моему, это нам не помогло. Ладно, давайте еще раз попробуем инструментальный батл. Еее! Все, 10 из 10. Слушайте, словно на конкурсе голос, только инструментальный. Ну все, пир до утра. О, они нам дали новые жетоны. Интересно, что там? Что у нас на базе происходит? Опачки! Поселение коричневые стали вашими союзниками. В память об этом знаменательном событии они подарили вашим подопечным новый фрагмент для тотемного столба, а также поделились своими инструментами и снаряжениями. Теперь их можно приобрести в меню племени. Круто! Тотем — это огонь просто. Опачки! У меня какой-то смарт-дом, слушайте. Он трансформировался. Вух! Моя территория расширилась! Круть! Замечен враг! Нападение чужого племени! Где? Где мои дудки? Подождите, мои дудки, они где-то здесь были. А кто напал-то? Не вижу. Покажите. Покажите, покажите. Вот это племя враждует со мной. О, кажется, да, они вон копья взяли. У-у-у! Ребята. Где вождь-то? Вождь! Беги домой быстрее. Быстрее, 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 быстрее домой. Благо, у меня здесь союзники есть. А, нет, это не... Вы чё, прикалываетесь? Это какие-то другие чуваки. Так, давай за копьями. Блин, с двух сторон нападает, слушайте. Как так-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. В атаку! Биться до последнего. Блин, лачуг мою калашмарит. Так, возьмите все копья, а то там кто-то дудками воюет. Давайте, давайте, давайте. Не подведите меня, ребята. Так. Давайте, закидывайте его. Вот этого теперь. На лачугу пофиг. Пускай они пока отвлекаются там. А вот теперь мы на них нападем. Вперед! Ну же, ну же, ну же, давайте. А вот этих мы сейчас... копьями снесем. Вперед! Так. Ну это, конечно, прикольно, когда они с копьями бегут и куда-то вообще вдаль убегают. Так, и последний где? Давайте, добивайте его. Блин, лачуг горит. Фух. Фух. Вроде бы все мои живы. Племя поселения коричневых преподнесли вам дар. Это, кстати... Это сейчас было бы кстати. Блин, а лачугу как бы починить? Давайте, чините лачугу. Да мне не только лачугу чинить надо. Тушат ее. Молодцы. А во, мои дружбаны подарок мне принесли. Фух, ребят. Отбились, слава богу. Ну что ж, на этой позитивной нотке, когда наступила ночь, мы заканчиваем. Если вам понравилось... и вы хотите продолжение, то с вас лайк, комментарий и обязательно подписочка, если вы еще не подписаны. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в новой серии. Всем пока! И ламбо, ламбо, баламбо.